Материальную помощь ко Дню Победы уже получили 75% ветеранов. Всего в этом году в списках 12 тысяч человек. Общая сумма – 11 миллионов. Размеры от 750 до 1800 рублей. Деньги будут выдавать до 6 мая. В пятницу в стране пройдет единый день безопасности дорожного движения. Акцент на двухколесный транспорт. Как показывает статистика, основные причины несчастных случаев с мотоциклистами – нетрезвое вождение, превышение скорости, нарушение правил обгона и выезд на встречную полосу. Со следующей недели в стране стартует регистрация на ЦТ. Подать заявление можно на белорусском или русском языках на выбор в письменной либо электронной форме. Затем абитуриенту нужно лично забрать пропуск не позднее 1 июня. Само испытание начнется 14 числа. С наступлением тепла начался сезон активности клещей. Переносчики энцефалита и болезни Лайма могут стать причиной серьезного вреда для здоровья. Медики советуют по возможности избегать продолжительных прогулок в высокой траве и выбирать более закрытую одежду. Сегодня город на Березине отмечает праздник Бобруйску 635 лет. Ровно столько времени прошло с первого его письменного упоминания в исторических источниках. Главные достопримечательности – Бобруйская крепость, дом купчихи Кацнельсон, костел непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, порт Артур, пешеходная зона на Социалистической и не только.